готовим харису. Очень вкусное зимнее блюдо. Вкусное зимнее блюдо. Готовится из обычной пшеницы и мяса. У меня курица. Можете брать ягненка, индейку можно. Курица это как классик хариса. Готовится на курице. Два простых ингредиента. Простое блюдо, но варится очень долго. 3-4 часа, смотря какую порцию делаете. На ночь пшеницу намочила. Пшеницу называют wheat pelted на английском. А на армянском цорен. Этим и делаю. Иногда делают на перловке, но не советую. Окей. Что мы делаем? Курицу уже сварила до полной готовности. То есть, когда видите, что уже мясо из косточек выпадает, значит, курица готова. Что мы делаем? И, конечно же, сохраните бульон. Хариса будет вариться на этом бульоне. Берете большую, самую большую кастрюлю. Конечно, у меня сейчас порция маленькая. Гостей у меня много не будет. И уже намоченный цорен, то есть пшеница, в кастрюлю. Он хочет мешать. Hold on, hold on. Mom, в ту же кастрюлю положу бульон через сито, чтобы эти маленькие частички туда не попали. И еще. Еще. Мясо. Перед тем, как сварить курицу, я убрала кожу, потому что очень много жира и холестерин в этой коже. Если хотите кожу оставить, оставьте. Но обычно харису подают с маслом, или топленым маслом, или обычным сливочным маслом. Так что эту лишний жир не хотите, чтобы было у вас в блюде. Но не надо, он хочет мешать. Вообще-то харису мешают очень-очень долго. Окей, дам ему чем-нибудь заняться. Но в этот раз, в первый раз хочу сварить харису по совету моих армянских подписчиков. Они мне сказали: «Ягинаджан, зачем ты все время мешаешь, рука устает? Поставь на огонь, забудь про харису на 3-4 часа, потом проверь, все будет уже сварено, помешай разок и все». Это хариса. Хариса. Yes. Окей. И что же надо делать? Мясо от косточек удалять и все эти маленькие частички, не знаю, как корчик на русском. Берете только чистое мясо. У меня одна курочка 2-3 килограмма, пшеница 500 граммов. Маленькая порция на 6-7 человек. Сейчас мясо добавлю. Харни. И поставлю на огонь. Но буду на всякий случай. Буду удержаться, косточки немножко, косточки сохраню, разолью водой и дам свариться. Этой воды недостаточно для харисы. Хариса любит очень много воды и варится долго, пока пшеница дойдет до консистенции каши, мягкой и очень вкусной. Сейчас это сделаю, поставлю на огонь, потом расскажу дальше. Да? Да. Сейчас косточки залью кипяченой водой и дам скипятиться. Минут 15-20. Значения не имеет. Можете даже это не делать. Просто добавлять, если у вас есть какой-то бульон или горячая вода, тоже сойдет. Просто хариса должен покрыться с большим количеством воды, чтобы
зерно, пшеница сварилась хорошо. О, be careful. Это тоже поставлю на огонь. И очень важно, чтобы не мешали. Если даже разок мешаете, должны продолжать мешать. Окей, hold on. Потому что если не будете мешать, будет липнуть на дно. Липнуть на дно, скажите, как это правильно. Это так оставлю, это скипячу и добавлю на харису. И буду ждать, пока варится. На медленном огне. Не очень медленном, но не горячий, не на высоком огне. Окей, в общем, как-то так. И через сито надо бульон добавлять. Все, очень просто. Бульон сварился, а хариса еще даже не скипятил. Сейчас добавлю бульон. Хотите, чтобы водой эта масса покрыта была до конца как бы кастрюльки, да? Очень много воды там надо добавлять. И лучше, чтобы бульон был вкуснее получается. Если вы заметили, я соль пока еще не добавила. Добавлю в самом конце. На всякий случай это тоже сохраню. Может быть, понадобится еще бульона. И буду варить, скажем, 2 часа, 2 с половиной часа в закрытой кастрюльке. Потом крышку уберу, чтобы видела, как там у нас дела. Где крышка? Все, даже не смешала, видели? Заметили, то есть. Окей. Увидимся через 2-3 часа. Хариса варилась почти 4 часа с полуоткрытой крышкой. Сейчас не мешала, ничего не делала. Сейчас будем... Эксперимент удался или нет. Окей, возьму миксер. И миксером все, хотите, чтобы все было однородной как бы массы, да? Консистенция была однородной. Сейчас быстренько сделаем однородную массу и попробуем на вкус. О, соль забыла. Вот сейчас нужно добавить соль. Соль много не надо добавлять. Каждый свой может добавить, сколько хочет. Энджи! Анжелика на запах к нам пожаловала. Окей. Вот посмотрим. Сейчас на вкус попробую и боюсь посмотреть, прилипло или нет. О, почти не прилипло. Я сама не верила, хотела даже по старинному методу сделать, но еле удержалась. Значит, работает. Хариса из слова харель. Харель означает как бы мешать, да? И всегда говорят, кто харису мешает, у того как бы рука устает, да? Сколько мешаешь. Мешать, значит, не надо было. Окей, на вкус попробую и сейчас покажу, как мы преподаем харису, да? Сейчас быстренько. Соль немножко нужно бы добавить, но так и оставлю. Гости сами сосредоточатся. В общем, это слово хотела сказать. Сколько им соли добавлять. И консистенция тоже. Хочу консистенцию показать. Такая нормальная каша. Каша как каша, только очень и очень вкусная. Пойду за маслом. У меня еще соленье есть. О, соленье, помните, маринованные малосольные помидоры я солила? В этом канале есть, ссылку поставлю.
с этими помидорами хариса просто объедение. Можно сказать объедение или нельзя? В комментариях напишите. Очень хорошо получилось. Сама удивляюсь, сколько лет делала и мешала 100 раз, 300 раз. В конце потом принесла, то есть в конце догадывалась, может миксером сделаю, лучше получится. Но в этот раз очень хорошо получилось. Если хариса, то на стол только должно быть соленье, на столе, то есть топленое масло, соль, конечно, и, конечно, армяне все едят с хлебом, но это же уже хлеб. Я предпочитаю харису без хлеба. Раньше и харису с хлебом ела. Очень вкусно, кстати. И, конечно, масло в серединку. Можете сразу масло немножко подогреть, чтобы не очень, чтобы не холодное было. Сейчас так сделаю. Чем больше масла, тем вкуснее. Но иногда, если думаете про здоровье, масла много не надо класть. Сейчас соль тоже возьму. Сейчас попробую и вам расскажу, как на вкус. Очень и очень вкусно. Ну, соленье обязательно. Это вот помидоры на канале уже готовила. Малосольные помидоры, по-моему, фаршированные. Попробуйте. Сейчас я пробую. Отлично сочетаются. Рецепты писать не буду. Сюда писать рецепт или нет? Ингредиенты напишу. Вы уже сосредоточьтесь. Сколько готовить? А как готовиться? Очень просто, уже увидели. Спасибо, что посмотрели. Буду ждать гостей. Аппетит не хочу портить. Спасибо, что посмотрели. Увидимся. И подпишитесь. Не стесняйтесь. Еще всегда воду так делаю. Лимон и мяту. С такой пищей, которая немножко тяжеловатая, да, очень хорошо сочетается вода с лимоном. Все, больше не буду. Еще один. Все. Пойду жду. Пойду жду.